Здравствуйте, меня зовут Канинин Денис, я фитнес-тренер. Сегодня я вас познакомлю с ПП-рецептом очень вкусных блинчиков. В конце концов, масленица на дворе. Для приготовления фитнес-блинчиков нам понадобится по 2 трети стакана овсяной и гречневой муки, 1 стакан обезжиренного кефира, 2 яичных белка и по щепотке стевии и соли. Для этого рецепта нам понадобится гречневая мука, овсяная мука и 2 белка, исключительно 2 белка обычных куриных яиц. Почему же гречка? Чем же она знаменита? Низким содержанием глютена. Те, кто следит за своей фигурой, наверняка с этим знакомы. Калорийность невысока, и в итоге мы имеем очень вкусный продукт. Все готово, мы смешиваем. Я решил прибегнуть к овсянке, исключая все побочные, все негативные эффекты пшеничной. Это же, в конце концов, ПП-блинчики. Она нам поможет связать и придаст пикантность вкусу. Добавляем обезжиренный кефир. В итоге смесь получится чуть кисловатой, безумно симпатичной, с гречневым ароматом. Будет очень вкусно. Ну вот мы и дошли до момента применения стевии. Ее нам понадобится буквально ерунда. На кончике чайной ложки. Это та самая стевия, которая нынче очень популярна и которая не имеет фактически никаких калорий. Стевия является собой нынче очень популярный сахарозаменитель, 0 калорий и растительный экстракт. Добавим щепотку соли. Буквально на кончике чайной ложки. Взбиваем. И фактически вся наша смесь готова. Готова к выпеканию. Мы добрались до момента выпекания. Здесь нам поможет сковородка исключительно с антипригарным покрытием. Это понятно всем, кто заботится о своей фигуре. Никакого масла, антипригарное покрытие. Плюс, как вы могли заметить, толстостенность. Все, ждем, когда она прокалится. На разогретую сковородку, фактически по методу наших бабушек, ложечкой с любовью выкладываем блинцы. Они получатся очень небольшими, но очень симпатичные. И вам понравится. С любовью, ответственно. Ну вот, не прошло и 5 минут, и вкуснейшие блины готовы. Сервируем и пробуем. Итак, дорогие друзья, блины готовы, и их очень хорошо дополнят ягоды либо фрукты, в данном случае черника. Будет очень вкусно. Без зазрений совести украшаем блины. Смотрите, как красиво и чудесно получилось. Имейте в виду, что этот рецепт дает вам право наслаждаться ими едва ли не ежедневно. И в масленицу, и в пост. Приятного аппетита! Денис, вы сегодня тестировали сковородку-блинницу. Рассказывайте, как получилось и как вам вообще эта сковородка? Ух, да я в восторге от нее. Хочу такую же. Печь на ней блинцы, в частности ПП из гречки. Полный восторг. Они выходят восхитительные. Вы же сами пробовали. Очень вкусно. Ну что ж, Денис, я рада, что вам понравилось. И рада, что в моей копилке теперь тоже появились рецепты ПП-блинов. И от нашего спонсора, от наших партнеров я хочу эту сковородку вам подарить, чтобы вы радовали своих домашних. Вот это сюрприз. А может быть и не ПП, а может быть и обычный. Всем чем угодно. Большое вам спасибо. Сегодня посуду под маркой Кукмара знают и ценят во многих городах России. В ассортименте и просто литая посуда, и посуда с антипригарным, керамическим или декоративным покрытием. С посудой Кукмара ваши блюда будут вкусными и полезными, а сама посуда станет украшением на вашей кухне.